My name is Cedric Volk. I'm the operations manager here at Infinity of Mission Viejo. So the more I talked with the owner of Larte Design, the more I kind of came to understand the entire process from beginning to end. Хотел бы сказать несколько слов о компании Larte Design. Первым проектом нашим был как раз по созданию комплекта тюнинга для Infiniti. Это автомобиль M семейства. Соответственно, люди, которые это выполняли, достаточно профессиональный уровень подготовки их, работающие на автомобильную индустрию уже более 20 лет. Автомобиль получился достаточно интересным, да, и людям он понравился. Соответственно, у нас сразу же мы на этом не остановились. Пошла новая идея FX37. Мне автомобиль очень нравился. В свое время мы купили автомобиль для супруги моей Елены. И, естественно, амбиции были такие, чтобы сделать его совершенно не похожим на какой-либо другой. Я считаю, что мы с этим достаточно справились хорошо. На сегодняшний день у нас их два варианта, даже, можно сказать, три комплекта. Мы выставляли на выставке в Германии один из них. И у людей очень большой интерес, потому что на самом деле такого еще никто не делал. На QX56 комплект LR3 с непонятной решеткой радиатора, потому что это, как мне каждый дизайнер говорил, это очень смело. Это люди не поймут. Ну, тогда, когда говорят, что это невозможно или это что-то, скажем так, не из мира сего, нам это интересно. Мы начинаем этот проект, потому что автомобиль Infiniti, я еще раз хотел бы подчеркнуть, что сам по себе он выдающийся, и он не похож ни на какой другой автомобиль. Поэтому нам интересно было это сделать. И the way that they come up with their design is actually very similar to the way that Infiniti makes the design of their cars. They actually use modeling clay, so they're working in a 3D space instead of just, you know, on a flat computer screen trying to figure out, oh, what is this going to look like. When they're building it with a clay on top of an actual vehicle, they can really see how light and shadow react. Really give kind of like a depth and a character and that 3D personality to the products that they're creating, and then they can create the molds from there, and everything is, you know, made kind of one at a time after that. В процессе у нас задействовано достаточно, ну, несколько человек. Это дизайнеры, модельщики и тот, кто, скажем так, делает прототипы с пластилина, потому что мы делаем это из пластилина, хотя, казалось бы, это уже все умерло, это старый дедовский метод. Все перешли в компании в 3D моделирование, но мы остановились именно на работе с пластилином, хотя это самый долгий процесс, скорее всего, он и дороже стоит. Но работать руками позволяет делать гораздо более интересные вещи. От эскиза до готового бампера можно взять эскиз и сделать его. Что с этого получится, не всегда понятно. Потому что философия именно такая: ты делаешь автомобиль, и ты живешь с автомобилем. А сколько это времени занимает? 3, 4, 5 месяцев, в зависимости от проекта. Ты вовлекаешься в эту машину, ты смотришь каждую линию, какой-то переход, перегиб, фара какая там и так далее. Это увлекательный процесс на самом деле. Нам это нравится, это непросто, потому что бывает так, что от эскиза не остается и сантиметра на самом деле. Потому что все полностью перерабатывается, потому что ты вживаешься в этот автомобиль, ты начинаешь его чувствовать, ты хочешь понять, кто на нем ездит, как это, чтобы выглядело гармонично. Не просто это было вычурно или агрессивно, это должно сочетаться еще с автомобилем. Опять же, мы не боимся делать сложные формы именно бамперов, решетки радиатора и так далее. Потому что мы потом все это делаем вручную. Нужно делать полиуретан, литье и так далее. Но это не всегда можно сделать сложными формами. Все, что сложно, это делается руками. И это как раз людям и нравится. Материалы используемые полиэстер, как в простонародье стекловолокно его называют. Все вручную откатывается. What I like about fiberglass being used is that it very much is like a high-end surfboard. High-end surfboards are
one-of-a-kind pieces of art. I mean, really, they're made by hand, and each one of them, even though they may be relatively close in shape, is really a unique piece of art. As a result of that, you have people out there who are actually surfboard collectors. It's kind of the same thing. You're not just purchasing, you know, a mass-produced item. It's really something that is handcrafted and unique. My name's Shea Weber, and I own and operate Dewey Weber Surfboards. You know, that process that takes a board from being foam to being a hard surfboard like you see here is amazing. You know, when I grew up, my dad always had his factory attached to the retail store. So as kids, we got to run through both. And for me, I kind of grew up around resin and fiberglass. Even if you were in the showroom of my dad's shop, you could smell, you know, the resin. And I was always mesmerized by watching shapers, but I could watch laminators and sanders. I could watch those guys all day long because there's an art and a craft to every aspect. And there's so much more to it than I think meets the eye. And I think if you watch that process over and over again and you watch somebody that's really good, especially with like the high-end longboards that we make, you know, everything down to kind of like the width of how you trim the fiberglass before the resin goes on, you know, can go into making a board look that much cooler. Fiberglass, it's very solid. It's very, very heavy in its nature, so it looks very much like it's part of the metal of the car and has that kind of like formidable feeling to it. It's different from something that you would see like coming out of like China, where everything is just injection molded and they make a billion of them and they're all precisely the same out of cheap lightweight plastic. You can really tell the difference when you mount something like that to a car. It's very flexible. Every time you go over a bump, you can see everything kind of wiggle. Естественно, отношение очень большое уделяем к зазорам, к установке. Это должно быть идеально подходить. Это должно идеально быть покрашено. Причем не всегда это может быть практично, но это как раз и подчеркивает индивидуальность, то что при производстве бампера задействовано более 20 человек. Это, скажем так, от начала проекта, если это дизайнер брать, опять же, модельчик, прототип, кто делает, потом это ручное катание, обрезка, шлифовка, полировка, дальше идет подгонка к автомобилю, подготовка к покраске, сама покраска, потом дальше уже установка и, по сути, уже дальше идет и продажа, то есть сколько людей в этом задействовано, поэтому... И продукт должен получаться максимально качественно. Нельзя упустить ни в коем случае, ни на какой стадии какую-то оплошность или неточность. Здесь подход такой, что к тюнингу, что каждый должен заниматься своим делом с максимальной точностью, с максимальной отдачей. Много делать, да, в таком случае не может получаться, потому что это уже будет конвейер. И индивидуальности, опять же, уже ее не будет. У нас подход именно к индивидуальности максимальный. Это индивидуальность, это качество. Люди должны оставаться максимально удовлетворены. So when we installed our first kit, it obviously took a pretty good amount of time to make sure that we were getting it just perfect. Larte has been very supportive. They've in fact flown out their technicians to us to kind of give us the one-on-one tutorial that really no other dealer would receive. If they had just ordered the parts and tried to slap it onto the car. It's really much more complex than that. There's wiring that has to be rerouted. You know, all of the body has to be gapped and fit just perfectly onto the car. Otherwise, it won't look right. And that's what this product is all about. It's about looking perfect. And the delivery of the final product is really what Larte is keen on. In fact, in Russia, they have an installation house that does all of their kit installs. No matter what part of the country you're in. So you literally have to get your car shipped to them so that they can make sure that it's perfect and then it gets shipped back out to you. Now, here in the US, they're working on putting a facility together like that. However, they've trusted us to be that facility. And for us to be qualified and trusted by them means a lot to us. And being that we're in really the area of Orange County that
is so accessible by both the San Diego and Los Angeles counties. It really makes sense. Опять же, мы получили и опыт участия на немецком тюнинг-шоу, Essen Motor Show оно называется, состоялось оно в конце ноября, начало декабря 2013 года. Естественно, мы получили большой успех с нашими проектами. В Европе Infiniti не так популярна, но у людей большой интерес именно это и вызвало. После выставки получили очень много отзывов на электронную почту, очень много было звонков, и получилось так, что через интернет мы пришли и в Соединенные Штаты Америки. И буквально прошло 2-3 месяца после выставки, к нам обратилась компания, официальный дилер из Mission Viego с запросом на автомобиль X56 сделать комплект тюнинга. Естественно, опыта у нас такого никогда не было. Отправить комплект в Америку — это другая страна для нас, другой мир, где это находится, как это сделать. Естественно, были сложные какие-то моменты, переговоры и так далее. Но получилось так, что не так это и страшно. Комплект отправили, его благополучно установили, очень качественно и покрасили. То есть, и опять же, надеемся на сотрудничество плодотворное. Планы есть, о чем мы уже разговаривали, о чем-то мы договорились и будем договариваться. На этом мы не остановимся. И еще раз большую выражаем благодарность компании Mission Viego Infiniti за то, что этот опыт у нас получился. Lotta Design is an art of self-expression, a lifestyle. We reveal your individual image by elaborating the details of your car. For those who are successful, ready for experiment and new experience. For those who never gives up. Handiwork, daring design, harmony of lines and shapes, perfection. Car tuning is the art to show off your personal status and style in the elegant contour. To emphasize the peculiarity of your car, we arrange the aggressive lines into well-balanced shapes. You are unique. Your car has to be outstanding. The feeling of freedom, independence, strength, self-confidence, and beauty